Всем привет, дорогие друзья, с вами Рок Игрок. И сегодня мы с вами начнем играть. Ой, не учил я английский, можете угорать и балдеть, конечно. Ну и я прочту как Murdered Soul Suspers какой-то нахрен. Короче, игрушка сама по себе старенькая, 15-го года, по-моему. Я в нее не играл. Вот она, аватарочка. Вот такая вот у нас картинка. Ну, говорят, сюжет интересный, прикольный, так что давайте попробуем. Так, у нас тут два варианта, либо новая игра, либо настройки. Что в настройках? Настройки видео и звука. Субтитры включаем. Так, ну это ладно. Новая игра. Серийный убийца наводит ужас на жителей Тихого Салема. В последнее время на месте совершенных преступлений всегда обнаруживается рисунок. Поэтому полиция дала маньяку прозвище Звонарь. Из беседы с пресс-секретарем департамента полиции Салема мы что узнали, означает что изображение колокола показывает. Рисунок колокола, о значении которого полиции пока ничего не известно, стал своеобразной визитной карточкой маньяка. Очевидно, что между жертвами нет ничего. Так у вас нет зацепок? Ни одной? Если ты вырос на улице, то уверен, что очень крут. Тебе некого бояться и нечего терять. Но идешь брать какого-то урода, и вдруг понимаешь, ты не такой уж крутой. Что это за имя, Рон? Он спер мой кошелек! На что ты стал взрослым? Баба, мне больно. Ты угнал мою тачку, и ты ответишь за это! Арестованы за нападение и избиение. Признан виновным по двум эпизодам угона. Виновен в ограблении, крупном хищении и вооруженном нападении. Самострельчик. Я свою сестру черти за кого не отдам. Ясно? Согласна. Еще как согласен. Нет. Нет, Джулия. Не уходи, слышишь меня? Джулия. Нет, не умирай. Не умирай. Вся семья плотная, клеймо ставить некуда. Получил жетон, думаешь, стал чистеньким? Бандитская морда. Давай полегче, старик. Ладно, не дури. Не знал бы тебя, подумал бы ты смерти ищешь. Повернулся. Ты арестован. Какого хрена я жив? Стой, где стоишь, урод. Я сейчас тебя устрою. Вступление такое трогательное одновременно. Одновременно интересно, трогательно и загадочно. Во, как я сказал. Финтимбоберно, как выражаюсь. Давай, братиш, давай, надо.
Ох, нихуя, тут как интересно придумали. Зараза, ручку заклинило намертво. Эй, аккуратней лети! Боже! Нет. Нет, 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 нет! Я еще жив. Я все исправлю. Надо только вернуться в тело, тогда... Тогда, возможно, я очнусь. Прикольно. Так. Так, так, еще. Оп. Ну. О. Все же вроде. Так, ведь кто-то слышал звон стекла. Нет. Да ну же! Черт! Ронан, не верю. Не верю, что я тебя нашла. Боже мой, Джулия. Не думал, что когда-нибудь тебя увижу. Отлично выглядишь. Бывало лучше. Господи, как же я скучал. Я бы все отдала, чтобы быть с тобой. Снова быть вместе, но... Но что? Нет. О, нет, нет, только не это. Если ты не здесь, то где же? По ту сторону моста. Моста? Какого моста? Ты сейчас в тюрьме. Или на мосту, называй как хочешь. Так или иначе, это опасно. Понимаешь, ты должен перейти через мост. Перейти мост. Перейти туда, где ты? Не думай обо мне. Ты кое-что не завершил в своей жизни. У нас мало времени. Думай,
Что ты не успел закончить? Я не знаю. Так выясни это. Ну иди. Нет. Джулия, один раз я уже лишился тебя. Прошу, прошу, не покидай меня. Мы еще увидимся. Сейчас спасай себя. Нет, 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 Джулия! Не уходи, Джулия! Черт! Черт! Эй, ты! Эй, слышишь? Вернись! Интересно. Нет. Довольно-таки интересное начало, дорогие друзья. Даже чем-то необычное. Так, кроме ходьбы ничего больше нельзя делать. Так, проход сквозь стены. И получается следы оставляет, да? Понятно. Ты что, я не могу через такие проходить? Эй, ты чего убегала? Надоело. С новенькими столько возни. Ничего личного. Сквозь стены бегаешь, вещи откуда ты берешь? Ты здесь не первый день. И знаешь, как тут все устроено? Устроено? Здесь никаких особых сложностей нет. Разберись со своими дарами. Повезет, спасешься. Что еще за дары? То, что ты хорошо умел делать при жизни. Теперь в этом твоя сила. Есть дары уникальные, есть обычные. Вселение, влияние на людей, умение воссоздавать любые призрачные объекты и заставлять их исчезать. Способность становится даром. А дверь ударился, а через все другое прохожу. Почему? Странно, я думал, везде смогу ходить. Мы не можем войти в дома, которые жители Салема осветили. Только во что-то открытое. В дверь, например, или в окно. А в самом здании ни стены, ни двери для нас не преграда. Но проходить через светящиеся призрачные объекты мы не можем и там. В свое время ты сам все поймешь. А ты кто? Похоже, ты здесь не первый день. Я? Я такая же, как ты. Но поверь мне, это совсем не игра. Можешь лишиться будущего по своей вине или по воле другого. Я... Прости, но я что-то не совсем тебя понимаю. Как я могу остаться без будущего? Ты должен что-то завершить. Не сделаешь этого, не сможешь уйти. Не бойся, таких тут много. Много? Рехнуться можно. А кто это может лишить меня будущего? Демоны. Те, кто утратил человеческое обличье. Смысл их существования
поглотить тех, кто сюда попадает. Таких, как мы. Ясно. Новая улика. Значит, надо выяснить, кто меня убил, и остановить его. Только тогда я отсюда выберусь. Ну, удачи тебе. Постой, постой, я еще хочу кое-что узнать. Будь осторожен. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Ладно, увидимся. Улика. Здесь все собраны улики по делу. Ищите, собирайте к этой информации, чтобы не упустить что-либо важное в расследовании. Понятно. Тот, кто хладнокровно меня застрелил, может, я должен разобраться с ним? Понятно. Ну, такое небольшое погружение получается. Бег L2. Ага, понятно. Перейти, перейти. Видеть свой собственный труп, лежащий на улице. Как глядеться в зеркало, смотреть не хочешь, отвернуться не можешь. И в какой-то момент ты уже перестаешь понимать, где ты сам, а где твое отражение. Да ты красавец, Бакстер. Залапай все улики. Подмогу? Подмогу не надо. Зря ты прикидывался одним из нас. Да, какой же ты был тупорылый. Сэр? Эй, Бакстер, эй, эй, ну-ка давай, свидетелей опроси, ну? Ага, это я тупой. Это не ваш участок, лейтенант. Пожалуйста, не мешайте нам работать. Да, участок не мой, а дело мое. Завтра оно будет моим, и послезавтра. Пока не схватим его. Запомните это, сержант. Я лишь выполняю приказ капитана. Вы знаете, родственникам нельзя. Ладно, ладно. Можете не торопиться. Сколько раз я желал тебе смерти, Лавкач. У меня есть одна просьба. Скажи Джулии, я скучаю. Она знает, Рекс. Знает. Так, выйти на след убийцы. Мне нужно исследовать здесь все, что только можно. И постараться узнать что-то новое. Начать расследование? Начнем.
Так, раскрыть преступление. При проведении расследования вы должны искать улики, осматривать подозрительные предметы и взаимодействовать с людьми при помощи вселения. О, как. Изменение вида. Так, ну это понятно. Стекло. Осколки тоже. Ничего тут необычного. 3-7 раз меня стреляли, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да. Блять. Это моя волына. Последняя сигарета. Что еще есть? Гильзы. Так, влияние. Ваша способность влиять на человека зависит от количества улик, которыми вы располагаете. Ну, у меня почти все улики собрал. Так, свидетель считает, что убийца поднялся на последний этаж не случайно, а намеренно. Какие еще есть предположения? Так, посмотрите. При вселении в людей вы смотрите на мир их глазами и получаете дополнительную информацию, позволяющую продвинуться в расследовании. Шрифт такой, прям тяжело читается. Рексу срочно нужны результаты экспертизы. Пропавшие жильцы Кассандра Джой. Обнаружено только оружие Ронана. Ага, понятно.
Ебанутые. На телефон труп фотать собралась. Так, в дверь войти я не могу, и мне походу надо найти восьмую улику. Он пошел туда же. Покинуть тело. Угу. И где же? Пропавшие жильцы, наверное, они жили в квартире, с которой меня выбросил убийца. Тоже нет информации. Так, значит, другого оружия на месте преступления не нашли. Он застрелил меня из моего же пистолета, потому что сам оружие не носил. Почему он не принес? Да хрен его знает. Уже привык, хули. Сержант, вернитесь на место преступления. Вас понял. Ух, ёбаный в рот, это что такое?
Что это такое? Дела. В Сальме множество разбросанных объектов, достойных тщательного изучения. Даже простой обрывок бумаги может многое поведать о городе и его жителях. Что это за символы? Ну, ни хрена. Эй, как это получилось? Это я сам? Эй, вернись! Эти записи не для тебя. Супер. Похоже на какую-то головоломку. Так, надо подняться на четвертый, пока полиция улики не выгребла. Надо, ну. Так, где-то здесь лестница должна быть. Ну, лестница. Демоны, если вы себя обнаружите, демоны начнут на вас охоту и уничтожать. Спасение от демонов. Если вы скроетесь среди призрачных следов, демоны потеряют вас из виду. Ряд укрытий. Вы можете менять укрытие, чтобы спастись от демонов. Спасение от демонов. Если демоны некоторое время потеряют вас из вида, они прекратят поиски. Демоны рядом. Удерживайте R1, чтобы видеть демонов сквозь стены. Приближайтесь к ним осторожно. Блять. Мне надо на лестницу. Казнь демона. Во! Подойдите к демону сзади и удержите R2. Если хотите его казнить. Нормально. Больше нету демонов. Сука, вот еще двое.
Так, надо их мочить, а то не дадут они мне жизни. Ебанарот. Да как, ну... О, погиб, что ли, в натуре? Немножко не понял я, как этих демонов убивать, добивать. Так, ну и чё? Чё это у нас значит? Так, ну что, дорогие друзья, давайте продолжим в следующий раз. Начало и правда интригующе. А на этом пока все. Всем любви, удачи и пока-пока. Ну и, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи.